До финала конкурса Евровидения осталось 2 дня. Финальная жеребьевка уже состоялась. Европа замерла в предвкушении предстоящего события. Евроконкурсанты заметно занервничали и живут в режиме постоянных репетиций. Еще бы, каждому хочется поразить неподкупное жюри конкурса. Заслуженный отдых у участников случается ежевечерне, когда каждая страна устраивает вечеринку в честь своего исполнителя. На пати «Легенды и открытия Евровидения» среди гуляющих не обнаружилась только Анни Лорак, преемница Филиппа Киркорова. Анни Лорак я сюда сегодня не привез. И никогда бы этого не сделал, особенно после сегодняшней репетиции, когда не все так хорошо получилось, как первая репетиция. Ну, расслабились, комплиментов наслушались, уже практически выиграли Евровидение, ну и тот же результат. Под каким номером Ани Лорак будет представлять Украину, станет известно 22 мая. Кстати, вчера нашему трио Билан, Плющенко, Мартин достался 24-й, предпоследний. Подробности смотрите в дневниках Евровидения. Ежедневно только на MTV.